если человек за полтора года войны не понял, что это страшно, то мне кажется, что он уже не поймет. Пока что-то совсем глобально не изменится в его картине мира. Нужно покончить с той системой, когда все доходы от регионов забирает себе Москва, на эти доходы строит себе электробусы, велодорожки, парк зарядья, как в песне, а всем остальным достаются старые ржавые трамваи, которые из той же Москвы отправляют, например, в Калугу. Что сейчас власти первым делом уничтожают, показывает, что нужно будет возвращать. Расскажите о себе. Меня зовут Сергей, я писатель, журналист, блогер. Я пишу для независимых изданий. Уже 9 месяцев живу в Тбилиси. Веду книжный блог, который называется «Книги жарь», и занимаюсь книжной журналистикой. Каким для вас было 24 февраля 2022 года? Я, в общем-то, застал самое начало войны, когда были первые бомбардировки Харькова, Киева и Чернигова, потому что у меня кошка любит рано вставать и меня будить, чтобы я ее покормил. А это было как раз, когда она меня разбудила, чтобы поесть, это было как раз где-то 4:30 утра. И я помню, я ей кладу еду, ложусь там обратно, пытаюсь как-то заснуть, открываю телеграм, и тут вижу, что там начинают сыпаться сообщения просто. Я открываю, значит, «Медузу», а там взрывы, видео, вот это. И я начинаю плакать, потому что это вещь, которую я, ну, как и многие люди, боялись на протяжении года, за год до 24 февраля. Я понимаю, что оно началось, что, ну, теперь будет еще страшнее, намного страшнее, чем было. И, ну, это было тяжелое утро, как у многих. Было ли вторжение российских войск в Украину неожиданным для вас? Ну, просто до последнего момента хотелось верить, что это просто побряцать шашкой. Но когда стягивают войска, уже понятно, что там либо хотят припугнуть, либо хотят вторгнуться. И когда публиковались все вот эти снимки, что туда стягивают войска Росгвардии, которые бы не стали туда стягивать, если бы речь шла просто про учение. Все равно продолжал верить, что нет, это все вот чтобы припугнуть, что-то выторговать и так далее. Но казалось, что нет. Ну, да. Но возможность вторжения, она всегда, в общем, допускалась. Но просто казалось, что люди не настолько психованные, чтобы это делать. Но нет. Есть ли в вашем кругу люди, с которыми вы перестали общаться из-за войны? У нашей семьи много родственников в Украине. Я лично с ними не общался, когда не поддерживали контакт, но мой отец и его сестра, они поддерживали контакт, и, ну, вот уже полтора года они ни с кем не общаются. То есть даже, ну, они все жили, родственники, в Одессе живут. В Одессе, да, в Одессе, в Херсоне, и вот, ну, они как-то оборвали связь совсем, вот, с начала вторжения, получается. Есть у меня несколько знакомых тоже из Украины, но с ними связь как-то поддерживается. Ну, и я замечаю, что вот канале, который я веду, там часть подписчиков, они тоже из Украины, но они читают, как-то комментируют, откликаются и так далее. То есть я не могу сказать, что прямо совсем из моего круга общения украинцы ушли, но, ну, заметный какой-то сдвиг был. Есть ли среди вашего окружения люди, которые поддерживают войну? Была часть такого, ну, знакомых из литературы, с которыми точно я оборвал контакт сразу, потому что для себя решил, что для меня здоровее будет, если этих людей не будет в моем, ну, как бы, таком информационном пузыре, скажем так. Это во-первых. Во-вторых, потому что уже 24-25 уже стало понятно, что сейчас будет поворот на то, чтобы закручивать гайки и там выкорчевывать несогласных. Поэтому я хотел как можно больше очистить людей, чтобы просто меня не донесли в какой-то момент. Часть моей семьи тоже поддержала вторжение, поэтому с ними я тоже сейчас контакт не поддерживаю. Так получилось, что это не сильно прямо ударило, потому что с людьми, которые поддерживали вот этот правительственный курс, я разминулся, когда случился Крым и, ну, само вторжение, первое вторжение в Донбасс. Вот тогда да, тогда я прямо серьезно со многими перессорился, с друзьями, там, с кем-то контакты разорвались, с кем-то они очень вяло поддерживаются до сих пор. Вот. Но как-то людей из Z-сегмента у меня в моем круге нету, в том числе потому, что я их сам осознанно отрезал. Вы пытались кого-то переубедить?
Ну, я пытался переубедить, допустим, моего деда, отца, моей матери, в том, что это все безумие и так далее, но с какого-то, не знаю, может быть, я плохо просто могу убеждать людей, но у меня не получилось. Я в какой-то момент просто бросил попытки, потому что я понял, что, ну, я так сам могу с ума сойти, ну, когда пытаться со всеми и переубедить, еще что-то. Понятно, что если это продолжать каждый день переубеждать и так далее, то есть небольшой шанс, что получится как-то сдвинуть. Я тогда просто силы поберег. Я до сих пор, ну, не спорю так в интернете, не говорю, что если человек за полтора года войны не понял, что это страшно, то мне кажется, что он уже не поймет, пока что-то совсем глобально не изменится в его картине мира. Но я не знаю, что это должно быть. Мобилизация не была этим событием. У меня есть, ну, родственники, которые занимаются тем, что занимались, по крайней мере, сейчас я не знаю, отмазывали мобилизованных от, собственно, от армии. Для того, чтобы их призвали. Но при этом они поддерживают войну. Я не понимаю, как это может совмещаться, но это совмещается. Кто виноват в войне? Путин. Обосновывая вторжение в Украину, Путин постоянно ссылается на то, что Украину выдумал Ленин. Почему люди этому верят? Потому что у нас во многом к истории такое отношение. С одной стороны, оно как бы сакрализовывалось вокруг некоторых событий, 9 мая, например. И с другой стороны, есть какой-то просто недостаток самообразования в этой области. Причем, если для миллениалов-зумеров, ну, то есть моего поколения и младше, эта проблема как-то решилась, потому что есть образовательный проект вроде Арзамаса, страдающий средневековье и так далее, которые как-то рассказывают об этом простым языком. Мне кажется, они очень много сделали для того, чтобы молодые люди здраво смотрели на ситуацию. Но многие люди, там, скажем, старшего поколения, они там считают, что верят в мифы, возникшие в 19 веке, они верят, они читают конспирологию, читают конспирологов в интернете, они читают конспирологические книжки, которыми просто забиты наши книжные магазины. Я прекрасно помню, куда не зайдешь, читая город, все полки уставлены там Фоменко или историками-ревизионистами, которые славят Сталина и так далее. Показывали все эти фильмы, которые как-то восхваляют СССР. Но люди, в общем, готовы к тому, чтобы воспринимать имперские идеи. Тут, значит, Путин выходит и говорит, что там Украина должна быть нашей. Они не столько покупаются на то, что Ленин придумал Украину и так далее, они просто убеждены в том, что если что-то было наше, оно и должно быть нашим. Если кому-то это не нравится, то их надо, значит, забомбить танк. Но это, конечно, не означает то, что вот молодежь вся белая, пушистая, сознательная, а старшее поколение... Нет, там, конечно, все гораздо сложнее. То есть есть молодые люди, которые начитали «Спутника» и «Погрома», например, и тоже уверены в такой русской национальной идее. Но это как раз последователи Стрелкова, например, который сейчас в СИЗО сидит, которая уверена, что, ну, надо размолоть Украину, просто то, как это сделали сейчас, это неправильно. Надо делать это как-то правильнее. Такие люди тоже есть. Довольно молодые. Можно ли сказать, что одной из причин нынешней беды была непроработанность прошлого российским обществом? Если да, то что именно плохо проработали? Я и говорил вот ровно об этом с Алейдой Асман. Это крупнейшая в Европе специалистка по политике памяти, по мемориальной культуре. Немецкая специалистка, у нее много книжек вышло. И она говорила, что память — это такой концепт, который — это не просто то, что вас там водят на экскурсии в школе, в музей, или водят показывать кино в кинотеатре. Это должно быть... Это включает вообще много в себя положение, в том числе, например, политическое образование в школе, когда человека учат, что такое политика вообще, какие есть взгляды разные на историю, на общество и так далее, что нет какой-то единой генеральной линии. И она сама делит политику памяти на такую низовую, которая возникает где-то на низовом уровне, то есть когда там бабушки, дедушки что-то вспоминают, когда у сообщества есть какая-то локальная память, которая как-то преобразуется в локальные мемориалы какие-нибудь. И есть культура памяти, которую диктуют сверху. То есть, когда ставят гигантские мемориалы, когда произносят торжественные речи, когда проводят парады и так далее. А у нас так получается, что у нас была супер развитая культура снизу, в том числе, которую делало общество мемориал, устанавливая памятники репрессированным, которые сейчас сносят там, по всей стране и так далее. Вот. И как-то память о сталинизме она сохранялась, но при этом какого-то критики сталинизма, осуждения вот этой имперской политики сверху не происходило. Формирование культуры сверху, оно, по сути, во многом осталось с там, Советского Союза, если не еще раньше.
за счет общей политики культуры, общей политики образования и прочего. И мне кажется, что поскольку страна очень быстро из демократии опять скатилась к автократии, то этого не произошло, и, соответственно, какая-то эскалация была так или иначе неизбежна. Там, не знаю, это могло быть вторжение в Украину, например, в ту же Грузию, которое было, но вообще по факту было меньших масштабов, куда меньше масштабов. Ну и поскольку у госполитики осуждения не было, то, соответственно, потом эту низовую культуру было гораздо проще разгромить, ну, то, что сейчас делать с мемориалом. Почему книги Шаламова и Солженицына не помогли отрефлексировать прошлое? Но они все-таки очень разные, потому что Солженицын в какой-то момент тоже стал транслировать имперские идеи. Он был русский националист, он тоже считал, что Россия и Украина — это одно. Понятно, что он осуждал лагеря там и так далее, но у них при этом с Шаламовым было разное восприятие. Для Солженицына Советский Союз был такая перевернутая страница, для него просто коммунисты были плохие. Для Шаламова в целом весь проект вот этой вот централизованной власти был плохим, просто уничтожающим все человеческое. Поэтому, получалось, что Солженицын, поскольку его поддерживали на достаточно высоком уровне, он стал, по сути, частью культуры. И вот Михаил Зыгарь в недавней книжке про войну, он тоже пишет, что Солженицын, его идеи, они тоже стали частью вот этого вот нового имперского проекта. Потому что, как нам обустроить Россию, вот эта имперскость, она там есть. Ну и вообще у диссидентов она тоже в какой-то мере есть. Потому что они считали, что если избавиться от социализма и вернуться к национализму, то опять заживем хорошо. Просто надо выбросить совков и дальше там... Все заживут дружно, украинцы опять вернутся к россиянам и так далее. Это даже у Бродского было, но Бродский потом, видимо, от этой идеи отказался. Ну и как-то так получается, что диссиденты, они же тоже не однородные. Есть диссиденты, которые, как Сахаров, да, они были за какую-то новую демократию, за политику всеобщего принятия, за отказ от империи. А были те, кому вот считалось, что, которые считали, что им стоит прийти к власти, и тогда все будет хорошо. Ну вот, так получилось, что вот эта линия диссидентов, она победила в какой-то момент. Представим себе, что война закончилась победой Украины, путинский режим рухнул, и снова возникает вопрос об анализе прошлого. Что надо будет сделать в первую очередь? Давайте так сразу скажу. Мы не знаем, что будет. Мы не знаем, на что будут готовы люди, общество. Мы не знаем, на что будут готовы политические элиты, что они будут делать. Сейчас много говорят о том, что Россия вообще развалится как концепт, но мне это не кажется совсем реалистичным, просто потому что есть некие культурные, экономические связи, которые разорвать довольно сложно и которые, скорее всего, будет просто нерационально разрывать. Поэтому, мне кажется, как минимум нужно покончить с той системой, когда все доходы от регионов забирает себе Москва, на эти доходы строит себе электробусы, велодорожки, парк зарядья, как в песне, а всем остальным достаются старые ржавые трамваи, которые из той же Москвы отправляют, например, в Калугу. Но такого не должно быть. То есть, если у нас будет полноценная федерализация, то все налоги остаются на местах, соответственно, регионы начинают сами зарабатывать, соответственно, мы будем получать уже гораздо более диверсифицированную страну, где люди могут оставаться в родном городе, там нормально зарабатывать, нормально жить, добиваться того, что они хотят, при этом не стремиться ехать в Москву. И в целом мне кажется, что Москва тоже должна перестать быть политическим центром, потому что, когда все время Кремль, понятно, что часть проблемы тоже в этом. То есть, когда все сосредоточено в одном городе, все туда собирается, все там делается, но такого не должно быть. То есть, как минимум должно быть, мне кажется, или несколько крупных столичных центров или еще чего-то, или просто перенос столицы куда-то еще. То есть в целом отказ от такого централизованного столичного восприятия этого всего. И третье, наверное, права этнических меньшинств, права малых народов, права местных народов. Опять же, экологические инициативы, к этому всему нужно вернуться. Но на самом деле, что сейчас власти первым делом уничтожают, показывает, что нужно будет возвращать. То есть это, опять же, права народов, права ЛГБТ, правозащита, то есть отказ от политических заключенных и, наверное, какой-то пересмотр в принципе тюремной системы, потому что сейчас она абсолютно безумная. Снова судебная реформа. То есть, на самом деле, я могу столько перечислять, что в три пункта это точно не уместится. Как юристу, да, мне, разумеется, кажется, что проблема с правовой частью, с полноценной судебной реформой, это в том числе то, что в итоге привело к путинизму. Потому что, когда в 2003 году случилось дело ЮКОСа, стало понятно, что суды теперь будут подконтрольны
президенту, и все начало потихоньку скатываться к диктатуре, именно с 2003 года. Потом в 2004 отменили выборы губернаторов, ну и пошел дальше, поехал. Какие три книги вы посоветуете прочитать, чтобы понять, что с нами сегодня происходит? Есть книга Александра Баунова, недавно вышедшая, про... Я не помню, как она называется, можно погуглить. Про диктатуру, где он, в частности, пишет про Испанию. Да, то есть, как в Испании заканчивалась диктатура Франко. Это неудобное прошлое Николая Пле, которое уже, мне кажется, все разрекламировали, но оно, тем не менее, очень важное, потому что показывает, как можно выходить из диктатуры, в том числе диктатуры разного типа, потому что он там рассматривает не только Германию, да, где была такая партийная автократия, но и, например, ЮАР, где не было какой-то, ну, насколько я помню, такой одной доминирующей политической силы, но в целом система апартеида поддерживалась сразу разными институтами, и ее пришлось демонтировать, но тоже довольно сложным образом. Там же он рассматривает пример Польши, которая сначала встала на путь демократии, сейчас вернулась к автократии, почему это произошло. Вот. Книги Оксаны Васякиной я могу порекомендовать, потому что она, ну, это автофикшн, где Васякина вообще поэтесса, но в последнее время она пишет прозу довольно много, где она рассматривает историю своей семьи и размышляет о ней. При этом для нее очень важно вписывать ее там, родителей, умерших уже, в историю страны. То есть, например, как на ее отца-дальнобойщика влияли 90-е, например. Как она проводила, там, помнит, какие-то праздники, которые там, отец праздновал с ней, с какими-то бандитами, как ее мама тоже там, чувствовала себя чужой и так далее. Ну, то есть, вот все вот эти вещи, которые формировали последние 30 лет, как они влияли на нее и на ее семью. Мне кажется, очень любопытно. Я не читал третью книгу, последнюю, «Роза», но вот «Рана и степь» — это, мне кажется, важные книжки, которые хорошо сейчас почитать. Чего вы боитесь? Я боюсь, что мы превратимся в белую эмиграцию, короче говоря. Что мы все такие думаем, ну вот, ну он же старый. Наверное, он умрет скоро, это все скоро закончится. Ну, как у меня, у двух друзей, которые эмигрировали, у них есть две такие линии. Одни, ну, то есть часть моих друзей получили иностранное гражданство, там кто-то израильское, кто-то британское, и они уже не планируют возвращаться. Кто-то планирует возвращаться, я тоже планирую возвращаться. Но я боюсь, что это может все затянуться надолго. Потому что после Путина придет еще кто-нибудь, репрессии останутся, все останется, и зачем возвращаться? Опять же, учитывая, что вся моя работа как журналиста, она, по сути, невозможна сейчас в России. Потому что, ну, о чем-то как журналист сейчас напишешь в России, кроме регионального какого-то контекста. Я просто боюсь, что это затянется надолго. Ну и боюсь, понятно, но в целом вся жизнь иммигранта сейчас — это тревога. Потому что ты не знаешь, сколько у тебя хватит денег, ты не знаешь, насколько еще упадет рубль, ты не знаешь, получится ли у тебя получить работу с другой валютой, зарплаты в другой валюте. Ну и все такие вещи. Ну, собственно, сейчас я даже не знаю, где я буду жить через месяц, например. Ну и в целом, когда смотришь на весь мир вот за пределами России, то тоже, в общем. Ну, ничего хорошего не видно, прямо скажем. Там и климатический кризис, и гигантский разрыв в богатых и бедных, который все увеличивается. Немножко почитаешь новости, станешь пессимистом. Что дает вам надежду? Ничего. Не знаю, но не знаю, как Ванагут говорил, что он... Я вот точно не понял, он то ли говорил, что он пессимистичный оптимист, или оптимистичный пессимист. По-моему, все-таки пессимистичный оптимист, потому что он говорил, что... Может быть, в ближайшей перспективе все будет очень плохо, но в дальнейшей все как-то наладится. Вот мне тоже кажется, что люди такие существа, что пока их не припрет, они не опомнятся. Но зато как припрет, они все очень быстро могут решать свои проблемы. Ну, я вот надеюсь, что это случится, и мы не дорастем до того, что там начнется новая холодная война, Китай, США, все делятся на блоки и так далее. Я бы не хотел, чтобы мои дети при таком росли, например. Я надеюсь, что этого не случится, и все одумаются. Ну, мы все надеялись, что люди одумаются, не начнется война с Украиной. Началась, поэтому я как в меме, я уже никому не верю, ничего не жду.